Поводом для реформирования Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава послужили многочисленные жалобы со стороны автовладельцев. Коррупция в этом ведомстве была практически поставлена на поток. Недавний случай с задержанием начальника Бишкекского управления еще раз указал правительству на необходимость этих реформ. После того, как органам занялись вплотную, с должности был уволен и руководитель ведомства Джошбек Каиналиев. Теперь правительство решило преобразовать департамент в новое госучреждение – УНА. В его задачи будет входить оперативная регистрация машин и оформление необходимых документов. Большие очереди, несвоевременная выдача документов и бюрократизация процессов доставляют большие неудобства для наших граждан. В этой связи было принято решение о ликвидации специализированного центра информационных услуг при ГРС и Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава и создании на его базе нового государственного учреждения УНА. Первопричины ДТП косвенно лежат и на органе, который принимает квалификационные экзамены и выдает водительские удостоверения, и, несмотря на большую работу по автоматизации данной сферы, улучшения в ней до сих пор незаметны, что связано с наличием коррупционных схем. Эксперты говорят, одно лишь переименование не поможет ликвидировать коррупционные схемы и исправить ситуацию в системе выдачи документов и регистрации транспорта. Даже если будет проведена полная автоматизация и люди совсем не будут иметь доступ к деньгам, специалисты из системы, которые наверняка снова попадут в новый орган, все равно найдут способы для незаконного обогащения. Для борьбы с этими факторами нужен постоянный контроль. Мы оказались в ситуации той же самой Грузии, где Саакашвили пришлось менять полным пакетом целое министерство. И я боюсь, что с ГРС надо поступать точно так же. Дело в том, что мы помним, как формировался Финпол. Его расформировали, потом стали набирать по конкурсу, потом оказалось, что те же самые старые сотрудники вдруг прошли по конкурсу. И потом пошли обвинения в том, что они занимаются тем же самым. Это мы переживали в течение 4-5 лет назад. Все это заражено, поэтому личный состав надо менять полностью. Эти коррумпированные сотрудники от того, что одного-двух поменяют, эта система сохранится, она просто станет более изощренной, более тонкой. Если раньше заносили в кабинет, то теперь будут ему отправлять на счет или приносить вечером домой. Однако для устранения коррупционных схем, говорят эксперты, одного лишь реформирования ГРС недостаточно. Как показала практика, в переправке через Кыргызстан тех же угнанных машин участвуют целые организованные преступные группы из числа сотрудников госструктур. И средства там вращаются внушительные. Только последнее задержание такой группы выявило ущерб на более чем 100 миллионов сомов. Сейчас нам нужна ли вот эта новая структура? В этом непонятно мне. Если ворованные машины регистрируют, если угнанные машины регистрируют, перебивают номера, это кто занимается этим? Это не только ГРС занимался, это таможенная служба, это пограничная служба, это органы правоохранительные. Потому что сейчас очень много случаев, когда через Кыргызстан, Таджикистан гоняют машины. Российские машины, ворованные машины. Из Европы, из Казахстана гоняют. Мы становимся транзитной стороной для преступных организованных групп. И этим, то, что сейчас создадут отдельную структуру, этим не решат эту проблему. Надо систему менять, я считаю. Эксперты говорят, если реформу удастся провести, как это задумано авторами, это поможет избежать многих проблем. И это не только коррупционные риски, но и количество ДТП и хищения машин и ряд других преступлений, на которых зарабатывали некоторые нечистые на руку работники системы. Однако для того, чтобы ликвидировать эти схемы, нужна серьезная политическая воля. Люди, которые зарабатывают на подобных махинациях, имеют влиятельных покровителей во властных структурах. Игорь Потанин, Руслан Кемельбеков, НТС.